إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. Хорошо, отдыхаем, делаем 15 отжиманий. На кулаках, на ладонях, кому как удобнее. Хорошо, закончили. Для следующего упражнения берем гантельки по килограмму. Будем делать разножку. Правая рука впереди, левая нога впереди. Локоть левой руки прижат к корпусу. Левая рука защищает подбородок. И за счет смены рук и ног наносим ударчик. Так работаем все 3 минутки. Прямые удары. Сегодня будем разбирать только прямые удары, поэтому ими и работаем. Поехали. Не забываем про дыхание. Разворачиваем спину во время удара. Обязательно. То есть не бьем одной рукой. То есть вот это неправильно. Вращаем спину. Вращаем бедра. Если устают плечи и руки во время удара, мы можем заменить просто вращением спины. То есть делаем вращение спины и такую же разножечку. Это нам заменяет уклоны. Раз, два. Вращение спины также происходит разноименно. То есть не путайтесь. Не делаем таким образом одноименно. Делаем разноименно. Можно менять. Добавлять один уклон, один удар. То есть мы двигаемся. Про дыхание не забывайте, обязательно. Во время каждого удара дышим. Подбородок прижат, не поднимаем. Пять секунд. Сорвались. Спокойно. Также с уклонами. 5 секунд открывается. Спокойно. И концов. Попили воды, кому надо. Следующим заданием сейчас сделаем передвижение. Передвижение вперед-назад приставным шагом. То есть мягко, спокойно. Плавно двигаемся.
вперед-назад и плюс по одному-два движения влево и вправо. Вы можете делать больше, у меня пространство не позволяет, поэтому я буду делать по два движения. Также берем гантельки и делаем с гантелями. На этом задании чуть отдохнем. Спокойное, плавное передвижение. Поехали. Локти. У нас висят. Локти не расставляем. Руки расслаблены, плечи расслаблены. Локти упираются в корпус. То есть, если вы будете расставлять руки, у вас они опустятся и будут висеть. Поэтому локти держим здесь, чисто. Правая нога не заходит за левую. Это тоже у нас ошибка, если мы двигаемся таким образом. Вперед, назад. Плавный приставной шаг. Чуть влево сместились, чуть вправо сместились. В середину, опять назад. При движении назад массу чуть на задней ноге держите. При движении вперед, наоборот, чуть вперед. Назад масса тела, вперед масса тела. Шаг мелкий, то есть не сводим ноги вместе. Так вы потеряете баланс. Если вдруг на вас пойдут в этот момент, вас просто снесут. Поэтому ноги делают мелкий шаг. Насколько одна нога шагает, настолько и вторая. Чуть вправо, чуть влево. Плечи расслаблены, локти висят. Дим, Дима, сколько у вас по времени? Сколько вы крутите? 4 минуты. Чуть звук, наверное, теряется. Но вы выполняете упражнение. В следующий раз приобрету микрофон. Толкаемся задней ногой вперед. Назад передней ногой. Двигайтесь плавно вперед и резко смену назад. Оп, вперед, оп, резко вперед. Оп, оп, назад. Не забываем, локти не расставляем. Локти упираются в корпус. Когда двигаемся в стороны, также. Следите, чтобы при движении влево-вправо вы не становились фронтально. То есть также двигаемся стоечкой. Хорошо, отдыхаем. Делаем 15 отжиманий. Попили воды. Сейчас работаем над прямыми ударами. Удары наносим как с вышагиванием одной ногой, вторая нога у нас стоит, также с подшагом. Подшагиваем удар, подшаг. Также с места можем наносить удар левой. Чуть толкая задней ногой, переносим нас и крутаемся. Поехали, работаем над прямыми ударами. Более подробную технику мы будем разбирать уже в закрытой группе, которая будет в Инстаграме. Поехали, работаем прямыми ударами. Кулак доворачиваем. Толчок, мелкий толчок задней ногой. Не нужно улетать вперед сильно. Мелкое движение ногой. Локоть у нас также должен быть прижат корпусом. Не расставляем, бьем прямо под корпус.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.